Дети мои, подойдите ко мне ближе. Мы здесь, учитель. Что мы должны делать, учитель? Сегодня мы будем представлять сказания о Кришне, которые поведали великие боги древним мудрецам, а с их слов пропел вам я, ваш старый и слепой учитель Сурдас. Вы готовы? Да, учитель, помехи не будет ни в чем. Мы все приготовили великолепно. Я много прожил, дети мои, и знаю, не стоит хвалить себя, даже если вас похвалит знаток. Вы правы, учитель. Итак, оповестите остальных исполнителей, мы начинаем. Каждый из вас да приложит все старания к своей роли. Хорошо, учитель. Мы просим всех покорно послушать внимательно сказание о Кришне. Высокий повелитель, брачную церемонию вашей сестры Девыки и принца Васудевы можно начинать. Все дожидаются только вас, Махараджа. Хорошо, Акрура, скажи, я сейчас буду, иди. Что ты стоишь? Мой государь, я знаю силу вашего гнева. Однако не смею скрыть правду. Ну, что там еще? Говори. О, Махараджа, это бракосочетание будет неблагоприятным для вас. Не болтай вздор. Кто может угрожать мне, великому Кансе, повелителю демонов и людей? Кто? Кто, отвечай, презренный? О, мой высокий повелитель, это бракосочетание грозит вам смертью. Так говорят звезды, а звезды не умеют лгать. Звезды говорят, что у вашей сестры Девыки и у принца Васудевы родится мальчик, который победит вас в честном бою. Замолчи, раб. Пусть твои звезды болтают все, что им заблагорассудится. Звезды предсказывают, а я указываю. Так вот, свадьбы не будет, я казню мою сестру и ее жениха. Что мы сделали вам дурного, брат? Мы ни в чем не повинны перед вами. Довольно. Прекратите ваши вопли. Я помилую вас. Боги отблагодарят вас за доброту, брат мой. Да, я добр. Я очень добр. Но вам придется выполнить одно условие. Ради моей возлюбленной невесты я готов на все. Так вот, за то, что я
сохраню вам жизнь. В дальнейшем я буду умерщвлять всех ваших новорожденных детей. Вы будете отдавать мне каждого родившегося у вас мальчика. Всемогущий Бог Вишну, помоги нам. Но ведь это чудовищная жестокость. Вы вольны выбирать. Стража! Я согласен. Стража, отпустите их. Брачную церемонию начинайте без меня. Творишь, известно, власть ты захватила бесчестно, переполнил горя чашу, но твоя погибель конца уж близка, настанет время, злоба, подлость, лицемерие уничтожит тебя сами. Ты, чей голос я слышу? Мое имя Вишну Канса, имя это знаешь ты. Я защитник красоты от злодейства и коварства. Канса, знай, знай, злобный Канса, если хочешь быть прощен, то немедля и во всем, пока время есть, покайся. Никогда. Ты слышишь? Никогда. Недостойно жить и часа тот, кто подл и лицемерен. Твоей жизни путь измерен, знай об этом, злобный Канса. Помни, Канса, Канса, помни, от судьбы тебе не скрыться. У сестры твоей родится тот, кто приговор исполнит. Этого не будет. Я убью мальчишку, я убью его. Долгих лет прошло, как мы дали обещание отдавать Кансе каждого нашего новорожденного. Его руки в крови шестерых ни в чем не повинных крошек. Васудева, супруг мой, я не отдам на растерзание седьмого нашего мальчика. Мы должны спасти его от кровожадного Кансы. Это невозможно, Девки. Всюду стража. Если Канса убьет нашего малыша, я умру от горя. Взгляни, как он прекрасен. Наш мальчик сиянием чудесным наполнил дворец, словно солнце. Темен цвет его кожи, и как всемогущий Вишну он держит в одной руке лотос, в другой скипетр священный, диск боевой в третий и раковину в четвертый. Воистину, этот мальчик
подарен нам небом, супруг мой. Дворцовая стража спит, путь свободен. Видно, сам всемогущий Вишну-защитник не желает смерти нашего малыша. Девати, дай мне скорей мальчика, я вынесу его из дворца. И поторопись, будь осторожен, Васудева. Всемогущий Вишну, ты уцепил стражу, помог из дворца выйти. Теперь молю тебя, Вишну, пусть стихнет свирепый ветер, пусть дождь хлестать перестанет, и укажи мне дорогу к спасенью от злого Кансы. Всемогущий Вишну, ты усыпил стражу. Во мраке и непогоде мне путь указал к спасенью, привел к полноводной джамне. Молю тебя, помоги мне на тот перебраться берег. Всемогущий Вишну, покинуть дворец помог ты. Ты расступиться заставил воды стремительной джамны. Молю тебя со смирением, скажи мне, что делать дальше? Здесь вопрошает всемилостившего Вишну. Кому нужна его помощь? Мне, добрый человек. Кто вы? Я вижу, вы не низкого рода. Мое имя принц Васудева из рода Ядавов. А кто ты, добрый человек? Меня звать Нанда. Я пастух из соседней деревни. Послушай, Нанда. Моя супруга Деваки родила сегодня мальчика. Ха, вот здорово! А моя жена Яшода родила сегодня девочку. Нанда, нашему малышу грозит смерть от руки кровожадного Кансы. Помоги нам, Нанда. Укрой нашего мальчика. Это можно. Вот что я придумал. Мы обменяемся. Вы нам дадите вашего малыша, а мы вам нашу девочку. Согласны? Конечно, Нанда. Тебя послало мне само небо. Седьмой щенок. Ребенок спит, брат мой. Стража, взять мальчишку. Постойте, брат мой. Это не мальчик, это девочка. У нас родилась девочка. Оставьте ей жизнь, брат мой. Она не принесет вам никакого вреда. У вас родилась девочка. Нет, меня не проведешь.
стража забрать. Канса, слушай, слушай, Канса, это я, защитник Вишну, я все вижу, я все слышу, то, что ты творишь всечасно. Он родился, тот, кто вскоре за твои все преступления принесет тебе отмщение и избавит мир от горя. Ты лжешь! Я убил его! Его нет, он мертв! Лжет лишь подлость или злоба, истину скрывать не надо. Говорю тебе я правду, повторить могу я снова. Близко, близко время конца, но ты можешь быть прощен. Лишь немедля и во всем, пока время есть, покайся. Нет, никогда, никогда. Недостойно жить и часа тот, кто подл и лицемерен. Твоей жизни путь измерен, знай об этом, злобный Канса. Помни, Канса, Канса, помни, чтоб ты делать не стремился, будет жить тот, кто родился, чтобы приговор исполнить. Посетила ваш дом. Это правда. У нас родился мальчик. А какое имя вы дали вашему мальчику? Мы назвали его прекрасным именем. Имя его будет радовать каждого, кто произнесет его. Нашего малыша зовут Кришна. Кришна? Кришна. Соседи, друзья, родные! Празднуйте все рождение Кришны! Имя эго всюду слышно, во дворце и на базаре. Все поют с любовью Кришна, 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 Хари-Хари. Все поют с любовью Кришна, 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 Хари-Хари. И внизу Кришна, 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 Хари-Хари.
малыша Ешода, глаза, как распустившийся лотос. А какие у него нежные рученьки и ножки. Милые подружки, я не могла и мечтать о таком счастье. Бесценное сокровище, мечту жизни, счастливую долю обрела я. О, великий повелитель демонов Канса, ты звал меня? Да, ведьма Путана, ты должна помочь мне. Я исполню любое приказание моего господина. Слушай же меня, Путана, где-то, я не знаю, где рожден мальчишка, я не знаю его. Он грозит мне смертью. Найди и убей его, Путана. Мой господин, когда они знают где, ищут повсюду, когда они знают кто, убивают всех. Делай, как говоришь, Путана. Я приму облик прекрасной кормилицы, и все матери сами захотят отдать в мои руки своих детей. Но вместо молока я буду давать младенцам йод. Ха-ха-ха-ха! Можешь быть спокоен, повелитель. Я убью всех младенцев в твоей стране. Ты верно поняла меня, Путана, ступай. И ты будешь щедро вознаграждена. И Кришна сегодня чем-то обеспокоен. Уж не заболел ли он? Тише, Нанда, тише. Он уже засыпает. Нет, Ешода, смотри, он опять забеспокоился. Ешода, давай позовем кормилицу. Может, она и впрямь успокоит нашего Кришну. Зови ее скорее, Нанда. Эй, кормилица, кормилица, окажи нам честь, зайди в наш дом, и пусть наш сыночек заснет скорее спокойно. Иду, иду. Ой, красивый у вас мальчик. Какие глазки, какие ручки.
Сейчас ты выпьешь моего молочка и успокоишься навеки. Пей, пей! Мой повелитель Канца останется доволен. Ужас! Ешода, это обманщица, это ужасная ведьма. Она убьет нашего маленького Кришну. Как я могла отдать ей нашего мальчика? И мою жизнь. Я умираю. Успокойся, Ешода. Взгляни на нашего Кришну. Слава небесам, он жив и невредим. И все такой же веселый. Кришна. Кришна. Малыш мой ненаглядный. Кришна. Ты жив. Воистину мне выпала счастливая доля. Благодарю вас за все, боги и повелители мира. Об одном лишь молю вас. Пусть скорее растет и набирает силы мой мальчик. Какие новости, Акрура? Дурные, мой высокий повелитель. Ведьма Путана мертва. Как мертва? Да, Махараджа. Кто это сделал, отвечай. Имя его неизвестно, но это, по-видимому, обладатель великой силы, государь. Замолчи, несносный. Позвать моего верного слугу, демона Сакатасура. Ты звал меня, о великий повелитель демонов Канса? Да, Сакатасура. Я приказываю тебе отмстить убийце моей верной Путаны. Ступай, и ты будешь щедро вознагражден. Я исполню твой приказ, господин. Я превращусь в огромного коршуна и доставлю тебе убийцу Путаны, живого или мертвого. Мертвого. Будет исполнено, повелитель. Наш Кришна растет, как молодая луна. Какой он чудесный, наш малыш. О таком сыночке можно только мечтать. Моя бедность становится богатством, когда я вижу, как он смеется. Посмотри, Ешода, какой забавный наш Кришна. Он хочет схватить свою собственную тень. Кришна, ну что ж ты делаешь? Ну зачем же ты ешь землю, глупый? А ну открой рот, я тебе его буду чистить. Что случилось, Ешода? Во рту у Кришны. Что? Я увидела все три мира. Небесный, земной и подземный.
Кришна, а ну-ка, Кришна, открой рот. Что ты выдумываешь, Яшода? Ничего там нет. Обыкновенный грязный рот. Да, должно быть, мне почудилось. Нанда, поставь кроватку Кришны во двор. Лучи солнца так прекрасны ранним утром, и я хочу, чтобы Кришна их видел. Нанда, послушай, что это за шум вдалеке? Это ветер играет в листве. Нанда, взгляни, что за черная тень закрыла солнце? Это случайное облачко пригнал ветер. Нет, Нанда, нет! Это страшный демон Коршун летит растерзать нашего маленького Кришну! О, ужас! Он схватил нашего мальчика! Он убьет его! Яшода, смотри, чудо! Злой демон Коршун упал на землю и убился! Он не успел даже вскрикнуть. Это наш маленький Кришна так сдавил его своими крохотными ручками и ножками. Кришна. Мальчик мой, живой, не испугался злого демона. Живи вечно, любимый мой сыночек. Моя любовь к тебе сильнее всех демонов. Здравствуй, здравствуй, Балирама. Я принес вам парное молоко для маленького брата с Кришной. Кришна! Кришна! Где ты? Я здесь! Кришна! Пришел твой старший братец Балирама. Можете поиграть вместе, но только не ссорьтесь. Братец Кришна, поди-ка сюда. А почему у тебя такая темная кожа? А тебе что за дело? Интересно. Тебя, наверное, купили на базаре. Это еще почему? А потому. Кто могут быть твои родители? Ты сам темный. Отец твой, Нанда, светлый. И мама Яшода тоже светлая. Нет, точно, тебя купили на базаре. Если ты так будешь говорить, я с тобой не буду играть. На базаре купленный, как орех облопленный. Я тоже умею дразниться. Но мне мама сказала, что дразнить старших нехорошо. А ты младший, тебе можно. На базаре купленный, как орех облопленный. Мама! Что? Что, мой мальчик? Мама! Что, мой маленький? Почему меня братец Байрама дразнит на базаре купленном и говорит, что ты не моя? Ох, этот Бальрама. Не плачь, не плачь, сыночек, и не слушай его. Бальрама обманщик и с самого рождения был тунишка. Клянусь тебе, я твоя мама, а ты мой сыночек. Ты мне веришь? Верю, мама. Печальной вестью. Демон Сакатасур мертв.
Убита ведьма Путана, мертв демон Сакатасур. Значит, враг каждое мгновение может появиться здесь. А я даже не знаю, кто он, как его имя, Акрура. Оно неизвестно мне, Махараджа. Ты должен узнать его имя, Акрура, я приказываю тебе. Тогда я сумею внезапно напасть на него первым и убью его. Иди, Акрура. Я исполню ваше приказание, повелитель. Хари Кришна! Благодарим покорно всех, кто слушал начало сказания о Кришне, которое поведали всемилостивейшие боги древним мудрецам, а с их слов пропел вам я, старый слепой поэт Сурдас. Смиренно просим почтить нас своим вниманием, когда мы продолжим представление сказания о Кришне. И да сопутствует вам всегда и во всем истина, радость и красота.